Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed 2. И мы идем. Или потом сделаем. Да, давай-ка мы пока мы, наверное, в любом случае в ту сторону пойдем. Тут местность будем осматривать. Давайте в первую очередь мы вот это начнем, сделаем. Поговорим тут с сопротивлением этим, с партизанами нашими. Они, скорее всего, нас уже вот уже в ту сторону уже поведут. А там мы уже и там пельеров уже грабанем. В прошлой серии мы убрали нового дожа, которого избрали. Или после убийства предыдущего дожа. Короче говоря, мы были на ярмарке и много кого убрали. Много чего сделали. Так, а это что за журный? Кто это такой? Вот ты где, Эцу. Я хочу представить тебе моего знакомого. Это Густино Барбаригу. Скоро он станет дожем Венеции. Еще один Барбаригу. Для меня честь познакомиться с вами, дож. Сожалею о кончине вашего брата. Он сам во всем виноват. Эти борджи купили его с потрохами. Но я такой ошибки не допущу. Пойдем, Эцу. Нам нужно о многом поговорить. Еще один Барбаригу. Их там мы трое, наверное, было. Мы нашли Сильвио Барбаригу. Он укрылся в арсенале. Ха! Укрылся! Скорее уж захватил. У него там не менее 200 наемников. Вы же дож. Неужели вы не можете приказать ему сдаться? Комитет 41 еще не утвердил мое назначение. А эта выходка Сильвио только осложнила дело. В его распоряжении целая армия. Тогда помогите мне собрать мою. Я знал, что ты так скажешь. Бартоломео Дальвьяно, вот кто тебе нужен. Сильвио не по душе ему и его людям. Он живет в армейском квартале. К юго-западу от арсенала. Ва бене. Я встречусь с ним. Окей. Агустино Барбаригу. Правил Венеции с 1486 до своей смерти. В 1501. То есть 15 лет правил. Помог создать коалицию, которая выбила с территории Италии войска короля Франции. При этом Венеции удалось расширить свои владения на Апеннинском полуострове. Похоже, Венеция не могла приобрести какие-то владения и при этом не потерять другие. В 1499 Венеция вступила в войну с Турцией. Ее флот был практически уничтожен в битве у Зончио. Воспользовавшись этим, турки захватили Лепанто, Модоны, Короны. Все опорные пункты Венеции на пути на восток. Посмертно Агустино был обвинен в том, что получал в подарок бутылки вина и продавал их беспошлино под лестницей тюрьмы. Вот это называется лидер государства. Если не можешь удержать территории, хотя бы позаботься о заключенных. И наша новая цель. Сильвио Барбаригу. Выросший в семье богатых торговцев, с миром политики он столкнулся, когда его отца устранили из списка наследников. С тех пор он работал на убийцу своего отца, на своего дядю. Похоже, Сильвио обладал талантом убеждения. Он быстро стал советником дяди и доказал свою ценность, раскрыв заговор саранца против Барбаригу. Только представьте, прежде чем саранцы привели в действие свой план, Сильвио пригласил их на Пасху. Детей оставили играть во внутреннем дворике, а родителей Сильвио повел на крышу дома. Он произнес тост в честь семьи, а затем дал знак лучникам, расставленным в окнах. С тех пор саранцы не строили заговоров против Барбаригу. 10 лет спустя Сильвио стал хозяином роскошного дворца своего дяди. История утверждает, что дядя умер в своей постели. Еще один Барбаригу, это уже четвертый.
Одного мы убрали, он в этом домике жил. Глава гильдии торговцев Венеции. Другой это. Подходите, взгляните на мой. Другому мы в прошлой серии убрали. Блин, новый дож Венеции. Третий, вот это вот мы с ним познакомились. Осторожно, не спите. Которая сейчас вот против, ну, сейчас за нас и работает. А где мост, по которому мы проходили? О, что-то мы далеко от него. И сейчас остался еще четвертый, получается, родственник семьи Барбалиго. Добрые люди, покупайте, у меня оружие лучшего качества. Не верю, у меня вообще все, все лучшее. Даже не думай. Ну-ка, что ты хочешь? Подожди, если ты тут. Ну-ка. Я слышал, ты быстро бегаешь. Я тоже не из медлительных. Окажешь мне честь, устроим гонку. Давай, дедуля, давай. Бегать-то ему умеем. Так, нам наверх. Ванок, за ним. Нет. А куда в смысле? Убей, убей, далеко он не уйдет. Нам куда вообще? Слава богу, что вы здесь. Браво, чак. Можно перезагрузить ей? Значит, понять не могу, а куда дальше-то? Слава богу, что вы здесь, амиго. А как мне тут бы вот на эту вот херню-то? Надо было так быстро перейти-то. Вперед! Это мне нужно вот так пройти, вот так вот пройти. Сюда зайти. Я с тобой. Он ушел? Так, сюда. Так, ну здесь вообще все легко. Вот у, а вот тут я не понял. Нам нужно вот так запрыгнуть. Сюда. Так, теперь, подожди. Все очень как-то это. В смысле, куда? Это
Это нам нужно как-то вот так было перейти. Ну, блин, что-то не до конца я понял. Ну, это, скорее всего, это мы в один путь. Мы будем тут бегать. Мы обратно возвращаться не будем. А следовательно, будем ближе к цели. Так, еще раз. Подожди, а что мы еще не так развернуло-то? Туда-то. Ну ладно, у нас 3 минуты на все про все. У нас мы должны успеть. Мы очень много времени на той фигне потратили. Так, вот здесь нужно. Йо, да и опять тут херня-то начинается какая-то. Так, теперь. Перебор. Возвращаясь на стенку. В прошлый раз мы только закончили за 1.5 минуты уже. Да ё ты, инвалиды тут. Да чё тут, блин, всё спрыгиваешь-то вот с этой херни-то? В какой раз уже? Спрыгивай-то. Да ё, чё тут от тебя это? Плохо тут как-то все проходит. Постоянно не туда, куда надо. Сюда. Нет, мы не успеем. Мы не успеем. О, там-то мы точно на него не успеем. Последнего не вообще там. Блин, там одна эта оставалась, там одна эта. Ну да, бегать там далеко придется бежать. Бежать далеко преднадо будет. Так, с тобой возвращайся. Только не по лицу. Ну а че, блин, тут под ногами путаешься-то? Видишь, что я бегу тут? Не, ну нет же, надо тут взять встать. Вот чё он тут встал-то? Не надо окружать. Идите, не убейте его. Это законно?
Да ёпт, опять тут нет, не запрыгнул туда, куда я хотел. Перестань так делать. Так, полторы минуты. Так, стопы. Это вот так давай попробуем. Вижу. Да вот, вот и бунт тут. Бунт тут скакает вот так как-то. Вот здесь как-то пытаться перепрыгивать ей. Очень много времени потеряли. Успеваем. Еще 7 секунд, 6 было. Ну ладно, где тут ближайшая вышка, которую нужно поставить? А, нету. Нужно так посматривать. Так, мне ее не выдадут. Мне так не вижу. Надо так искать, получается. Здравствуйте, Сан-Пьетро ди Кастелло. Находилась резиденция епископа Венеции. Я поверю в твою искренность. Ну и ладно, я сразу увидел и белую эту херню. Так, что, давай, забирай ее. Я не знаю, что тут ходит. Я был в машине, и они раз за разом отправляют меня обратно. Я теряю контроль. Перед глазами все расплывает. Я держу ружье, а вдали Геттисберг. Кто зарезал человека, и мой камзол в крови? Я в опере. И у сопрано прекрасный голос. Я трахаю ее. А кричит. Я выступаю на форуме. Но меня никто не слушает. Я несу охоту. Я вижу луну. Я не могу уйти, пока ты все не поймешь. Послушай, ну откуда, по-твоему, у нас эти способности, а? Они у нас в крови. Родственные узы. Семена были посеяны, когда два мира стали одним. Ассасины, узрите детей двух миров. Ну, скорее всего, вот два мира. Два яблока. Вижу. Че еще, где еще? Посвящение Данае с Зевсом. Венера Урбинская. Юпитер и Ио. Мадам Икс.
Похищение Европы. Клеопатра и Цезарь. Гео и Леандр. Амур и Психея. Леда с лебедем. Леда. Ну, блин, давайте посмотрим, где там есть два человека. Тут не то. Нет. Давай вот это. Не, вот ты его точно будешь. Это я верю. Семена были посеяны. Раз. Когда два мира стали одни. Два. Усасина узрите детей двух миров. То есть два мира должно быть, да? Нужно искать два мира. Ну, допустим, вот ты давай. Тут два мира, я тут тупо ничего не вижу. Юпитер и Ио. Ну давай ты будешь. Ты. Мадам Икс. Не знаю. Похищение Европы. Ну, давай. Клеопатра и Цезарь. Нет. Геро и Леандр. Нет. Герой Леандр. Нет. Леда. Три грации. Ну, блин, ну я не... Блин. Ну тут яблоко. Так, подсказка. Может быть. Ну да. Был такой миф. Какая-то чепуха про то, как боги брали в жены смертных женщин. Так. Был такой миф, как боги брали смертных женщин. Может быть. Ну да. Был такой миф. Какая-то чепуха про то, как боги брали в жены смертных женщин. И нам нужно эту херню вызвать, да? Посещение Данаи Зевсом. Данаи это, наверное, ну, земная, это Зевс, это бог. Окей. Три грации. Не выбираем, получается. Ты, Венера Урбинская, тоже не выбираем. Юпитер и Ио. Юпитер это бог какой-нибудь, а Ио это опять из наших. Так, тебя я не выбираю. Икс. Люди Икс. Леда с лебедем. Лебедь, наверное, тоже какой-то бог будет. Амур и Психея выберем. Геро и Леандр. Нет, вот здесь что-то вот я не знаю. Похищение Европы, ну давай. И остался только выбрать из этих... Окей. Выбрали удачно, как... Так, еще одну открыли. Осталось сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Большинство из них находится во Флоренции. Так, я думаю, что вот одна из ЗЗЗ. Нет. Вот это вот, скорее всего. Да, я угадал. Блин, а вы знаете, вот так прикольно было бы, если бы я попробовал бы.
как-нибудь без карты, без мини-карты это все поиграть. Это прикольно было бы. Как бы, знаете, я просто сейчас больше тут бегаю по карте этой мини. А было бы прикольно, если бы я сейчас взял бы и карту отключил бы и просто по вышкам тут бегал, смотрел бы куда и пока вот так вот открывал бы и смотрел бы куда именно. Вот по карте что я вижу? Я вижу, что у меня половина карты не открыта. Но я знаю, что вот здесь вот у нас находится задание. Это у нас вот здесь вот у нас вот здесь кажется были эти. Нет, вот здесь было часы. Получается, что я вот нам нужно вот туда идти, вон туда вот. И вон там вот где-то вот тут у той стены будет задание. Так, точно, давайте отчим. Ради интереса. Ради. Просто попробовать. Врубай карту. И попробуем. Эту карту мы можем использовать. Потому что без нее мы тупо не поймем, где находится. Мы будем бегать. Мы будем очень долго бегать. По карте. Так, ну ладно, что мы хотели-то? Мы хотели вот это вот задание взять. И нам нужно сначала вот эту вот вышку. Вон там находится вот эта вот херня. Вот там, получается, нам нужно вон ту башню забрать. Нам нужно на ту башню. Ну, давайте попробуем. Мне кажется, это будет интересно. Походить по вот... Реально походить вот по городу. Арсенал Венеции. Изначально на месте арсенала находились склады и пристань для частных судов. Арсенал был перестроен и расширен в 1320-м. С тех пор там производился ремонт и строительство кораблей Венецианской республики. Когда кораблестроение было в апогее, венецианцы строили по одному кораблю в день. Массивные ворота в Порто Манья в стиле классицизма были сооружены в 1460-м. Похоже, Сильвио Барбариго был не первым тампельером, контролировавшим арсенал. По моим данным, реконструкция арсенала в 1320-м осуществлялась на деньги тампельеров, и с тех пор он стал их базой. А мы сейчас перейдем туда и грабанем их. Так, это вот это вот арсенал, да? Так, а вот и та самая вышка. Так, спрыгивай. Я обслуживал герцогов, принцев, королей. Блин, не, а так прикольно смотрится, это как бы уже, знаете, вот, просто уже ориентируешься уже где-нибудь. Уже, да, ты понимаешь, уже ориентируешься. По ориентации уже более-менее работаешь. Не просто по карте бегаешь тут от точки А до точки Б, а конкретно уже ориентирование. Что знаешь, что вот здесь находится это место, что здесь я покупал то, здесь я покупал все, здесь я этого грабанул. Вот только, наверное, интереснее будет играть, чем мы до этого играли. Просто в меню карты только смотреть и все. Это и есть тот самый арсенал, да?
И где вход? Вход будет у в этой стороны. Это нам нужно вон там вот пройти. Где сено-то? Увидел, вот оно. И опять с одной дверью идут. Пошли. Мои товары даже лучше, чем миланские. У меня самые модные вещи. Верю. Блин, это города, как знаете, это как больше, это промышленный район, да? Здесь лодки строят. Вот сразу видно. Проклятие! О, да, я просто хочу есть! Нет, нет, я с вами, честный, вас очень уважаю, сеньоры. Ну и пускай грабанули. Все забрали, забрали. Мне деньги вернули. Вот идет жеманность. Неужели моя песня так ужасна? Так, это стены арсенала. Для изготовления фейерверка. Да, блин, мне сами мне вернули. Текст указа вывешен в здании гильдии. Так, а это и есть и самые ворота арсенала. Где-то здесь должен быть проход. Так, вот нам надо отсюда сюда нужно. Здесь секушки стоят. Так, а блин, а дальше-то куда? Вижу. Вот, видите, как сразу вот уровень атмосферы поднялся. На какой уровень-то сразу без карты играть? Я без карты в безумный в Mad Max играл. Такие же ощущения были. Ну там чисто без карты было. Проникните в доки арсенала и найдите спрятанные там сокровища тампильеров. Что ж, давайте. Что, нырять не будешь, что ли? Это мы попали в закрытую часть какую-то. Иди туда, пожалуйста. Ножей хватает. Но ты что-то не хочешь использовать их. Так, надо вот на эту. Зачем этот капюшон? Раджу! Ха! Мне плохо! Быстрее! Он уходит!
ты где? Экколо, быстрее, ну? За ним! Да ее когда надо нажимать-то? Ладно. Так получается, ты не перепрыгнешь. Так, это я не смогу нажать. И вот так, вот так, вот так. Сюда. Молодец. Сюда, сюда. Экколо! Там, там! Ты дурак, да? Довольно. Отлично, одним полоум. Меньше. Я выпотрошу тебя, как раз! Ах ты, гаденыш. Так просто ты не отделаешься. Ну уж извините. Не обделаюсь, не обделаюсь, извините. Это не ваши проблемы. Так, никуда, туда, сюда, сюда. Так, не, сюда. А, дайте подсказку. Нет. Должна быть подсказка. Это мне нужно вон на туда как-то. Так, с этой стороны тут ничего не сделаю. Прыгать отсюда тоже смысла нету. Ладно, окей, ты допрыгнул. Я думал, ты не допрыгнешь. Не сумеешь. Так, да, так нависай и вот так полезли. Никто не смеет говорить со мной в таком тоне. Ваши люди ворвались в сокровище. Ну так убей меня. По крайней мере, у меня есть моя честь, в отличие от свинопаса, что стоит передо мной. Напрасно он не следит за своими людьми. Взлом сокровищницы — это серьезное преступление. Он должен был строить нам корабли, а теперь мне придется искать другого мастера. Когда в следующий раз захочешь кого-нибудь допросить, сообщи стража, сам не лезь! Донато! Кэтсо! Ассасин! Ишь ты, я думал, сейчас это просто... Так, какой сал в смысле? Так, теперь наверх.
Он меня не догонит. Подожди, ты где? Не здесь. Выход. Или мне конец. Сюда. Почему мне ножи нельзя использовать? Я сейчас раз метнул бы и все это и. Все, нету его. Поворот. Наверх. Сюда. И что тут по кораблям тут бегаем? Постройки эти, этой. За мной гонится ассасин! Убейте его! Не успели. Могли убить. Ладно. Придется их всех убивать тогда так вот. Ну ладно, окей, сейчас ножи нам до сих пор недоступны. Так. Экколо, чего? Это как ты так сумел? Дождитесь удобного момента и нанесите удар. Его с фланга. Хотел тут убрать, тут, но на чужое. Помнишь, как мы разобрались? Бей его! Дожди... Зря вы тут, лучше бы сидели бы и дальше бы в картишке играли. Делайте то, чему я вас... Лучше беги. Ты даже его не зарезал. Так, лестница получается, да? Выходит лестница. А, нет, это мы вернулся. Это я сюда вернулся. Все, мы на месте. Как много тут чего интересного-то. Спасибо. Выходим. Еще одну гробничку мы забрали. Потерпевшее кораблекрушение.
Ну и где я сейчас очутился? Так. Ну, вон там впереди будет. У меня высокие цены. Будет этот. Это вот это вот здание, да? Квадратное. Тут где-то должны эти стоять. Так, вот, здравствуйте. Оля, господа, будет исполнен. Это не я, клянусь вам. Минус один. Минус два. Так, еще раз. В смысле? Тебе не уйти! Так. Ну, окей, окей. Тебе просто берем и это забиваем. Он безумие! Назад! Вот и все. Открывайте, пожалуйста. Кругом насилие. От стражи. Подходи, не стесняйся. Так, ну а теперь что-то мне требуется. Нужно забраться на крышу, и вот нам нужна ближайшая вышка, которая находится. Это вот, да? А какие еще есть? Так, блин, я чуть понять не могу, а какая конкретно там это? Не у меня 4 нераскрытых убийства и 2 ограбления. Если я вырву тебе язык и скажу, что преступник ты, меня повыкнет. Так, ну ладно, да, это скорее всего вот эта вот вышка будет. Нужно сматываться. Бежим! Это вот скорее всего вот этого вот будет. Да, это она. Вы за ростовщичество были пересмотрены. Друзья, списки новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение. Это вот это вот место. Запрыгнули. Немножечко правее. И забрались. Тихо.
Ну да, вот они те самые ворота, вот там они вылетают уже. Вон в том ангаре они там большие кораблики делаются, там где мы и прыгали. Так, вот это вот что за здание? Так, вон там у нас это вот большая, вот это вот. Площадь эту. Нам нужна это вот церковь. Церковь это. Вышка находится на церкви. Сан-Закария. Построена в 9 веке, посвящена Захарии, отцу Иоанна Крестителя. Ничего не запрыгнешь. Где запрыгнет, пожалуйста? Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены. Он кого-нибудь убьет. Списки новых штрафов вывешены. Нет, на всеобщее не хотит. Обозрение в здании городского совета. Граждане, после недавней кампании городская казна опустела. В связи с этим... Так, ну блин, это должно быть где-то вот здесь вот. Валя, на площади Сан-Поло Дож повелел вести стандарты. Так, а здесь охранники стусуют. Штаб генерала Бартоломео Дальвяно. Генерал венецианской армии. Подходи, не стесняйся. Подожди-ка, подстопы. Это не Барбарику случайно? Так, база данных. Люди. Не, Сильва Барбаригу, это не наши. А, Барбаригу. Не, все наше. Все одни и те же. Алло! Чё не хочешь прыгать ты? Так, ну и где же? Явно на месте. Метка должна быть где-то здесь. Так, не-не-не, она вот вон там находится. А, все, нашел. На помощь! Нашел. Ты один из людей Бартоломео. Что произошло? Где он? Бандиты Сильвио напали. Забрали его. Увели вглубь квартала. На север. Долго жил. Покойся с миром. На север. Освободите Бартоломео Дальвяно из клетки.
это вот там, да, будет, получается. Не-не-не-не-не, это вот где-то вот здесь же. Где-то вот вот тут вот. Так, это вот где-то вот тут должно быть. Где-то здесь. Нет, это не тут. Где-то, значит, в другом месте клетка находится. Ну, блин, охранники здесь тусуют. Сразу двоечку. Вот и все. Ну и блин, и где же? Здесь никого нету. Блин, а где тогда? Я его видел. Но где? Возможно, это он. Я тебя знаю. Пойди сюда. Тебе не сбежать! Вот и он. Слава богу, ты здесь, Амико. Чего такие тупые-то? Ну и ладно, ладно, давай включаем карту. Базу данных. Ой, не то. Настройки. Дисплей. Давай по карте смотреть. Короче, Мико, мы с вами сначала и до самого конца. А, подожди, цель, ты он, от смысле? А почему здесь красная зона? От чего тут красная зона стоит? Если ее тут нету. Красная, зелененькая. Вырубай обратно. Почему страх бездействует? Вроде, блин, я видел тут красную зону, значит, была здесь где-то. А тут нате. Сейчас чего он там сделал это? Он же сразу сказал на севере. И, блин, подумал, что там туда на севере. Ну, блин, эта метка была красная, что здесь было рядышком. А вот я и на месте. И пусть одну руку мне привяжут за спину. Нет, обе руки. Похоже, вы спрашиваете себя, как это возможно. Только освободите меня, и я с радостью покажу вам, трусливые говнюки. Так, а где он?
добродетели! Неудивительно, что звезда Венеции клонится к закату. Мы напоминаем граждан Магов, что ремонт мостов... Ну, где-то здесь тусует, орёт. Я поищу одного из вас, у кого хватит смелости освободить меня, а все остальные сдохнут от моей руки, клянусь! По приказу как можно продавать свою честь и достоинство за пару монет? Вы понимаете, что служите предателю и трусу! Я как ты, блин, Во! За ним! О, нет! Думаете, я не понимаю, зачем вы заковали меня в цепи? Думаете, я не знаю, кто дергает за ниточки марионетки Сильвио? Да я воевал против хозяина этого вонючки, когда вас еще и на свете не было! Ну, чё смотришь-то? Выпустите меня! Мне бы только... Я убью всего, то поймайте его! Немедленно! Богом клянусь, я отрублю ваши долбанные головы и засуну их в ваши долбанные задницы! Так, а вот и он сам. Я не стану выбирать. Ну ничего, сейчас возьмем, уберем помаленечку. Ох, какое это будет зрелище! Еще долгие годы! Ну, кто тусует-то? Да выберешь ты, блин, какая нормальная. Я прикончу вас всех! Стопа! И пусть одну руку мне привяжут за спину! Нет, обе руки! Вы спрашиваете себя, как это возможно? Да все, все, кто только... такой? Наконец-то! Даже не знаю, расцеловать тебе или дать по морде. Может, и то, и другое, на всякий случай. Вижу, ты в порядке. Кто ты? Я Эцио Аудиторе де Ференце. Я спасу тебя. Мы еще посмотрим, кто кого спасет. А чем это ты? Все туда! Схватите их! Ну, еще одна пара. Дайте, Мадонна! Ну, давай. Наконец-то стало интересно! Ничего себе, не легко попал воевать. Подходите! Посмотрим, на что вы способны! Ну, а что, да. Навоевался? Ой, извини, я задремал. Точно! Нужно раз... Так, куда топа там нужно? Обратно, да? На юг. Еще пару голов. Может, обойдемся без кровопролития? Почему? Ты боишься? Нет. Проявляю осторожность. Подожди, их в 100 раз больше, чем нас. Сегодня у меня свежий... Так, лечить... Лекарство. Как вам угодно. Мы станем герой в капюшоне идет. Не бойся его. Так, ну ладно, нам нужно на юг выходит. Строго на юг нужно. Ты чё, нихуй вообще не хочешь, что ли? Чао! Идём. Осторожнее с тем великаном, его зовут Данте. Остальные люди Сильвио жалкие псы, но этот Данте опасен. Зачем он опасен? Я его в рукопашку делал. Бей его! Наконец-то стало интересно. Да подожди, подожди. Подходите! Посмотрим, на что вы способны. Наконец-то стало интересно. Отвлекай. О, что-то потяжелее взял. Молодец. Да ё, ты чё тут, блин? Идём. Только не переутомись. Да нормально, всё нормально. Идём дальше. Аль дьяволо, это меня не касается.
Свобода, как я по тебе скучал. Сильвио поручил своим людям разорить это место. Готовьтесь к бою. Так, нам туда нужно. Так, налево, налево. В том нет нужды. Бартоломео всегда готов к бою. Следуй за мной. Если тебе дорога жизнь, сдавайся. Да. Ни за что. Отними у человека свободу, и что у него останется, а? Нет, в клетку я не вернусь. У него уже тогда есть отправишься конюшня. В могилу. Убейте их. Он там. Не отставай. Давайте повеселимся. Это капитан, что ли? Капитан какой-то, какой-то плотненький. Все, открывайте. Ну и свалку они устроили. Надеюсь, Бьянка не пострадала. А кто такая Бьянка еще? Это мы вернулись обратно в этот домик, да? Где мы этих всех перебили. Это его база выходит. Ну-ка. Бьянка! Бьянка! Так, эй, кто такая Бьянка-то? А ты как думаешь? Оглянись вокруг! Бедная Бьянка. Если с ней что-нибудь случилось. Ага! О, любимая, ты жива, слава богу. Это меч, да? Эцио, это Бьянка. Бьянка, это Эцио. Польщен. Итак, я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. У меня есть дело к Сильвио Барбариго. Сказали, ты поможешь. А, ты окажешь мне честь. Но мы не можем идти против него вдвоем. То есть, я хотел сказать, втроем. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения? Я пойду, подготовлю к бою людей. А ты в это время займись вызволением пленников, которых захватил Сильвио. Мы не можем поступиться с совестью и бросить их. Интензи, я немедленно этим займусь. Удачи тебе, Эцио. Освободите наемников, вы. Вот, не его. Как тебя там звали, кстати? Что-то я не спросил. Люди, люди. Контакты. Бартоломео Дальвиано. Родился в городе Альвиано в центральной Италии. Умный, опытный воин. Военный. Прослужил несколько лет в Венеции. Поступил в 96-м поступил на службу к семье Орсини. Которая пытала защитить свои владения от папы римского Александра VI, Родриго Борджиа. В 1503-м Фердинанд II, король Испании, поручил Бартоломею командование армией, чтобы тот разгромил войско французов и захватил королевство неаполитанское. Очень много читать. Так, ну а где наша цель? Где наши эти пленники?
Так, нигде их больше нету, нету. Только здесь, ну, нужно. Так, он уже находится за рекой, за церковью этой. Так, вот здесь находится. Количество были пересмотрены. Списки новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение. И где же? Да поздновато уже. Там! Так, ну а блин, где эти суеты? Чё-то я тут никого нигде не вижу. Так, а вот, здравствуйте. Спасибо за помощь, друг. Если хочешь, мы будем сражаться на твоей стороне. Сегуми. Так, где следующие? Следующие будут, это нам нужно пойти в другой церковь. А тут два уже в эту сторону. Так, то на вот мы от этого пришли, получается нам вот туда нужно. Этот эликсир. Не, подожди, стоп. Состоит из гранатового сока и свинца. Нам вон туда нужно. Вот здесь мост будет, вот он. Отсюда направо, налево. Минус. Да я в смысле, что ты так нам нападаешь? Да, я что-то поворачиваюсь, а нет, чтобы в бочину сунуть. Все, минус. Одно потеряли. Так, вот она церковь, там нужно вот сюда вот выходит. Так, иди-то вот тут должно быть. Вот они нашли. Где-то видят. Сейчас быстренько перестреляем. Теперь ты не уйдешь. Ко мне. Все, открывайте. Мы с тобой, друг. Скажи, куда идти? Еще целая партия. Идем. Ладно, куда дальше?
сейчас вот на этом мосту налево, и вот там должна быть. В правую сторону нужно будет пойти. Клянусь всеми святыми. Вот здесь. Ты вот с ума сошел? Я тебя помешал мечтать о журчащих ручьях. Меня просто девок и могучих жеребцах ведет. Ага, вот клетка. Блин, где-то здесь должно быть. А, блин, не туда, не сюда. Нет, ошибся. Так, сюда. Это нам нужно будет только вот сюда, просто уйти, вот сюда направо, и туда вот. Что-то прыгаешь, как этот. Так, не, возьми большой меч. Хорошего тона. Хорошего тона. Заджу. Я вижу его. Он там. Может быть, нет. Ко мне. Я тебя за собой в ад утащу. Да-да, но ты сначала убеги, потом уже ты решишь уже. Какая жестокость. И еще больше спасибо народу. Спасибо за спасение. Позволь нам также помочь тебе. Все, вы выполнили. Я такой, как все остальные. Так, вот тут где-то вот в той стороне вот. Будет башенка, давай-ка я вас заберем ее. Я тут ни при чем. $39,000 уже. Набралось. Понятно, не допрыгнешь. Так. Давай-ка мы сейчас туда дойдем, до этого. Вот нам нужно вот так идти, вот получается. И на этом, и там уже серию закончим. Так, сейчас листочек дерет. Хватит, слиться! Он убьется!
Это вот сюда, наверное. Это же дворик. Не то. Где-то здесь должно быть. Такими фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Что с ним? Да, он не может ходить по человеку. Где-то здесь же. Йода Челло. Он кого-нибудь убьет. Так, где у нас вышка? Точнее, этот площадь находится. В какой стороне? Вон! Не дайте ему уйти! Отпусти меня! Он выходит в ту сторону. Полагаю, он пройдет еще... Так, ну что, мы на месте. Ну все, давайте на этом сегодня закончим. Если, возможно, и следующую серию проведу чуть позже. Посмотрим, я покушаю, там, может, чем-нибудь еще сделаем. И еще одну серию запишу, посмотрим. А сейчас давайте закончим. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.